но у них физически аккредитацию не берут. Это, конечно, указывает на какую-то предвзятость очень странную. Поэтому, безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. И я хочу, чтобы пустили всех. Не только что там, весь дежурная часть, Life News и ГУВД, но и у тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят за воротами на морозе, но их не пускают. И вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит. Как будто, ну да, они стоят, но я не знаю о том, что они стоят. Я заявляю о том, что они там стоят. Они хотят быть аккредитованы, требуют реализации своих прав. И я вместе с ними тоже это требую. Спасибо.